tapes of the same motherfucker hating on me last week. I've been running around and sitting, no patience. We are so close, like a motherfucking tasted. Came a long way from the motherfucking basement. Working overtime, so no wonder why I wonder where the day went. Всем привет, с вами Лорд Эстрагон, и сейчас ко мне прибыла посылка с Алиэкспресс. Ну что же, давайте начнем. Заказал я ее с пару недель назад, и вот теперь она у меня. Пока на видео я раскрываю упаковку, чтобы разбавить атмосферу, я расскажу о персонаже, тем, кто про него не знает или не слышал. Персонажа зовут Тони Чоппер, но члены команды зовут его просто Чоппер. Также он известный как любитель сладкой ваты. Его первое появление было в 134 главе манги, а в аниме его первое появление было в 81 эпизоде. Чоппер – северный олень, который съел дьявольский плод Хито-Хито-Номи, получив возможность становиться человеком. Он родился на острове Драм, на котором он получил свои выдающиеся знания в области медицины. Остров Драм находится на Гранд-Лайн, что делает Чоппера первым членом команды Мугивар, который родился на Гранд-Лайн. Он является шестым членом команды и пятым присоединившимся к Луфи, а также самым младшим членом на борту корабля. И тут наступает время раскрытия, и я замечаю такой казус, что коробка помята. И в моей голове уже проскакивают тысяча мыслей, которых так не описать. Я вставлю видео вставку, чтобы вы поняли. Да не бомбит у меня! Ты чё орёшь? А чё они говорят, что у меня бомбит, когда у меня нет бомбит у меня! Ладно, давайте продолжим дальше. В принципе, продавец не виноват. Как всегда, почта постаралась, но вы сами знаете. Главное, что фигурка в порядке. Если вы хотите заказать Чоппера или другие фигурки из аниме One Piece, я оставлю ссылку в описании. Спасибо за просмотр, еще услышимся. И да, кстати, поставь лайк и подпишись на канал. Я буду очень признателен.